Одно из самых интересных изображений английской королевы Елизаветы I Тюдор, но одобрила бы она его? Этот портрет был написан через 7 лет после смерти Елизаветы, правившей 45 лет и дожившей до весьма преклонного по меркам 16 века возраста – 69 лет. Гаррет Рассел, автор портрета, изобразил королеву уставшей и изнеможденной после долгого и изнурительного правления. Справа от Елизаветы мы видим дремлющего длиннобородого старца. Это старец время, забравший столь многих близких и дорогих Елизавете людей, а слева – сама смерть. Некоторые утверждают, что по задумке автора это те два врага, над которыми королева так и не смогла одержать победу. Над головой Елизаветы два крылатых младенца, именуемых в искусстве Путти, держат в руках символ королевской власти. В конце правления Елизавета действительно впала в тяжелое уныние. Поговаривают, что она потеряла почти все зубы и волосы, полностью изолировала себя от дворцовой жизни и могла часами сидеть в нескончаемых раздумьях, облокотившись на подушку.